город Караганда. Это перекресток улицы Пригородная и Солнечная. Улица Солнечная. В Караганде есть улица Солнечная. Два. С этой стороны должен быть один. А нет, 43. Улица Солнечная 43. Я иду по улице Солнечной в пасмурный день. Вот, это так выглядит. Смешно и иронично идти по Солнечной улице в пасмурный день. Солнечная 4. Здесь 39. Непонятна маркировка. То есть слева идет на снижение, а справа идет на рост. Ну, это вот. Даже слова теряются, да? 37 вот. Слева 37, а справа вот 6. Справа идет на рост, а слева идет на снижение. 35 год, да? Странная и смешная улица Солнечная пасмурную погоду. Да. Я всегда вот. Я всегда думаю, что генплан Караганды, когда составляли, там люди были просто с большого будуна. И они все вот маркировки, повороты, все от фонаря трясущими руками там подписывали, да, вот такое впечатление у меня всегда. Ну как вот справа идет на рост, а слева идет на снижение маркировка, да? Вот Солнечная 27, там было 43 в начале. Крутой дом 25, да? Ну, здесь уже вообще такие дома солидные. Но тем не менее маркировка, она вот странная. Березки, сосенки выросли. То есть справа конкретно идет в рост, а слева идет на снижение. 21 вот. Высадили. Вот 13-й дом справа, дальше 11-й. О, Дон Жуан, башенька. Это улица Солнечная, одна из странных улиц Караганды. Название, конечно, радостное такое. Ну, с другой стороны, то, что она странная, она тоже вызывает такие положительные эмоции, да? 9 вот на снижение, а здесь 18. Слева 5-й дом, такой тоже крутой.
машина. Понаехала. Так. Не видно маркировки. Словно непонятно. Солнечная 1, вот. Значит, Солнечная улица закончилась. Сейчас мы тогда вот туда встанем. Вот этот дом Солнечная 1. А этот дом, ну, наверное, тоже Солнечная. Ну, не знаю, какой дом, не написано. На этом я завершаю этот видеоролик.